Всем привет! Сегодня я хочу пересадить свою лилию. Я вам уже показывала ее в прошлом году, как я ее здесь рассаживала именно на этом месте. Почему хочу снять видео сегодняшнее? Чтобы было видно, насколько за год выросла лилия и сколько у нее появилось деток. В прошлом году, когда я этот куст рассаживала, то здесь я на это же место посадила две лилии, всего лишь две луковицы. И вот сегодня осенью, у нас сегодня 26 октября, посмотрите, какой огромный куст получился. Ну, луковички здесь были большие, примерно с кулак, поэтому, соответственно, и нарастили, скорее всего, там много луковичек. Вот видите, маленькая. Мне пришлось потрудиться, чтобы это все выкопать. И сейчас хочу вам показать этот куст, как он выглядит. Давайте мы его сюда вытащим на траву и посмотрим, сколько луковиц и какие луковицы выглядят, как они сейчас на сегодняшний день. Смотрите, какие мощные корни. Мне их даже невозможно одной рукой, если честно сказать, вам и разделить. Поэтому я и говорю всегда, что крупная луковица всегда дает хорошие крупные детки. А луковичка, например, вот как маленькую я вначале показывала вам, то ей до вот такой вот луковицы расти, наверное, года 3 это минимум, если не 5. Ну, я сейчас разделю это все, потому что одной рукой мне неудобно. И покажу, сколько же здесь луковиц новых образовалось за год. Ну вот, смотрите, я разделила этот кустик на две части. И посмотрите, какие мощные луковицы. В прошлом году они были намного меньше. Я бы даже сказала, что наполовину луковица эта была меньше. Сейчас она выглядит вот так. Видно, что она нарастила деток. Или это сама она такая большая. Сейчас мы все это уберем и посмотрим. Ну вот вверху, детки есть. И у этой луковицы, видите, вверху очень много деток мелких. Сама луковица, вот если посмотреть на нее издалека, она заглубилась вглубь, а луковицы маленькие образовались уже почти к самому верху. Поэтому мы сейчас это все разгребем и посмотрим, что же из этого получилось. Итак, что я имею на данный момент? Луковицы, которые две штуки я посадила вот сюда, на это место в прошлом году. Кому интересно, тот может найти это видео у меня на канале. И как они изменились за год. За год сами луковицы увеличились вдвое. Например, вот эта луковица, она была вот так вот, наполовину меньше. Вторая луковица, она либо просто я в прошлом году посадила сдвоенную, либо это нарастила еще. Вторая луковица в прошлом году была примерно вот такая. Здесь уже оказалось их две. То есть на одном месте выросли две луковицы. Они нарастили вот такие, я самые более-менее крупные. Ну вот я их, что смогла. Я их оторвала вот отсюда. Мне пришлось вот это все просто выкручивать. Вот оно было, получается, что вот так вот. И мне пришлось так отщелкнуть это все. Это нисколько не навредит лилии. В прошлом году я делала точно так же. А вот это все, вот. В общем, чтобы не травмировать вот эту всю молодежь, будет очень жалко, если я их поотламываю, а корешки останутся. Потому что я их пробовала вот отломать. И честно скажу, что это, ну, немножко трудновато. Потому что видите, сколько уже пообламывалось. И вот такие вот, видите, детки получились. Если их посчитать, то здесь много их. Поэтому вот, например, вот эту... Я даже боюсь ее трогать, потому что детки, они настолько плотно друг к другу, и они такие маленькие, что их просто вот невозможно просто вот отломать. Вот честно говорю вам.
Они настолько прям там жалко, в общем, будет, если я их прям не... Вот сейчас попробую вам отломать. Ну вот, все-таки что-то там я отломала. Вот. Если примерно так прикинуть, то здесь таких вот деток будет. Ой, штук 20, а то и более. Вот сколько деток может дать одна лилия. Поэтому я что сделаю? Я хочу их пересадить немножко ближе к дому, так как здесь идет подмывание воды с крыши. И получается, что оголяется верхушка. Видите, здесь даже места, я бы сказала, что не хватает лилии места, поэтому мне придется сейчас это все откопать еще глубже лопатой, чтобы заглубить лилию ровно в два раза выше, чем ее рост, чем ее высота лилии самой. То есть мне ее нужно заглубить, потому что она слишком большая, чтобы она не подмерзла. Вот, забыла. Сейчас я эти корешки немножко. Я, в принципе, особо не заморачиваюсь. Честно скажу, я как-то вот не жалеючи их. Надо обрезать корешки, я их обрываю руками. Либо просто вот лопатой. Вот так вот. То есть все, что под рукой есть, так я ими и пользуюсь. Ну и все. И вот представьте, что я вот эту посадила. Сейчас я вот эту рубану немножко. Почему я обрубаю корни? Потому что они, чтобы не заворачивались, это раз. А во-вторых, чтобы новые наросли. Ну, я думаю, об этом знают все садоводы. И все. И вот в этом месте у меня будут расти прежние лилии. Только уже ближе к месту. Весной я вам покажу, как они тут себя будут чувствовать и какой результат из этого получится. Ну а этим я пойду сейчас найду другое место себе и посажу эти лилии туда. Ну пока, всем до встречи!